мы сейчас собираемся в старый город съездить. Велосипед какой смотрю. Нет, я видел, как он заправлен. Ну это от кафешки. Со старого города начинался улица, но вот здесь вот видно крепостную стену. Почему деревянная? Это камень. Которые перед нами шли, я же время назад уже пришли. Может, какой-то музей, что просто. Наверное, есть музей. Просто на фоне. А? Ну пойдем посмотрим вид с этого. Сейчас будем охранять Черногорию. Черноморию. Ну не такая она высокая стена, по-моему, да? А может и высокая. Красивенько, да? А напротив отеля. Рыбаки.
Да? Ну вон она, смотри, дальше туда идет. Они, может, просто не пошли. Представляешь, вот туда люди много-много веков назад ходили. Что люди? Много веков назад ходили, тут что-то воевали, защищались. Стой здесь. Красивенько тут. Кофе пахнет, да? Они так с ружьями тут ходили по таким лестницам, да? Лестница-то новая, видишь?
Ну они же восстановлены. Маяк работает. Маяк рабочий. Ну, как они птички как парят. Красивость изменилась, видишь, какая? Зашли в какой-то рыбный ресторанчик, как он называется, Old House. Вот. Тут есть мидии, есть креветки, есть осьминоги и так далее. И тут очень миленько, в принципе. Мы поднялись на террасу на второй этаж. Вот такой вид отсюда. С чаем. Ну чё, как рыбный суп? Вкусно? Я тебе поправляю, что ты снова правильно. Может это? Иду, дура. По магазинам посмотрим, что там продают. Какие сувениры, что вообще. Любимая.
снимаем. Смотри, какие клумбы. Чем-то играем. Как выиграем? А если как не выиграем? Бутылочки тут симпатичные. Да? Думаю, что наливать, да? Время пол-полдвенадцатого. Смотри, 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 в туфли какой. Хэндмейд. Надо купить магнитики и флажок. Ай, что толкаешься? Покупаем флажок. 3 евро с подставочкой. Иди на стопочку.